Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, идем мы дальше. Я не знаю, плавать, да, плавать, потому что, ребята, все, нам уже в океане даже некого ловить. Мы словили всех покемонов, мы нашли себе кучу фосилов. И, в принципе, сейчас в океане даже больше нету покемонов, которые нам нужны. То есть океан, все. В океане у нас уже есть все покемоны, которые могут быть. На острове, может, там еще парочку есть, хотя вроде вряд ли. Но сама суть, что мы уже словили кучу, ребята, покемонов. Ну как, в предыдущей серии мы словили 4 покемонов, и нам написало, что у нас покедекс уже заполнен на 50%. То есть, ровно, да, можно сказать, 50% всех покемонов у нас уже есть. Сейчас, ребята, я хочу найти глиняный биом, или там зимний лес, или еще что-то. И поэтому, ребята, мы сейчас... немного поплаваем в океане, немного посмотрим, что тут да как. Вот, как раз хотел сказать, может, Шайни заспавнится, вот он заспавнился, но Пиджей нам не нужен. Поэтому, ребята, плывем мы дальше. Просто вот так поплыть в океане, вот тут посмотреть, что да как. Тут есть проход, нет прохода. Тут уже нету прохода. А тут мы уже были. Поэтому, знаете, ребята, куда мы сейчас тпхнемся? Вот сюда. Тут возле грибного биома еще куча вроде океана, поэтому можем вот тут. Давайте 1327 минус... 1327 минус... 75 минус там 1000... Сколько там? 1213 было? Нет. М. 3100. Ага. Я что-то... 3175 там минус 2000, да, счеты 1200 там, вот. Почему это звучит как дерево? Ну ладно, пофиг. Ну чё, ребята, потопали. Да твою ж, не туда, а вот сюда, во. Что, ребята, давайте поплывем. Просто я действительно хочу уже найти глиняный биом, а если мы найдем его, ну ладно, я не знаю, найдем мы его или нет, но это будет офигенно, если он вообще где-то тут рядом будет, потому что его бы нам действительно очень нужно. Там тот же Багон, там тот же Райдон, да, Райхорн, как бы. Поэтому было бы офигенно, если бы мы его нашли. И сейчас, в принципе, наверное, мы этим займемся, ребята. Мы немного поплаваем туда-сюда, потому что действительно нужен. Там нормально так покемонов, которые мы можем словить и которых у нас еще нету. Но только не говорите, что тут дальше прохода нету и нам нужно разворачиваться. Пожалуйста. Как-то оплыть никак нельзя. По идее можно. Так, ладно, давайте сюда. Ты быстро... Да, быстро ты плывешь. Отлично. То есть такая серия, ребята, путешествия немного... Немного поплавать, немного посмотреть. Да, немного посмотреть, что да как. Может, действительно, кто-то заспавнит. Ну, не то, что заспавнится. Нам бы, конечно, лучше биом бы найти, а не то, чтобы кто-то заспавнился. Да и кто может в море заспавниться, кроме боссов, которые нам сейчас, в принципе, не так уж и важны. Шайни, ну, может, какие-то шайни, да. Ну, и легендарные, которые у нас уже есть, и которых куча спавнится. Так. О, я не туда плыву. Лучше сюда. Да, лучше сюда. Поплыли, ребята. Такая серия путешествия. Можно что-то... Я не знаю, то, что по поводу... Сегодня какое число? Сегодня, ребята... Нет, сейчас. Какое сегодня число? Сегодня 13 число, ребята. Сегодня выходит... Точнее, уже... Ну да, можно сказать... Это ты такой огромный, или это мне кажется, что он какой-то огромный? Или он реально такой огромный? Офигеть, это ты такой большой? А, это босс! Снайперский прицел... Нет. Снайперский прицел работает, но нереально докинуть. Давай еще раз. Хуп! Не докинем. Не докинем никак. Даже если бы... Не, ну да ладно. Не будем мы слазить. Давайте дальше мы, ребята, пойдем.
Сегодня вышла Assassin's Creed, новая Unity. Я не знаю, ребята, ждали ли вы ее или нет. Ну, я не знаю, может потом... Может потом можно будет в нее поиграть, фиг его знает, такая игра, как бы, я уже говорил по этому поводу, что игра тупо выходит одной за одной, ничего не меняется, только история, другая страна, да и все. Ну и как бы персонажи, да, а сама суть уже к главному тому, что было в первых частях, уже как-то, ну, уже не очень, я уже, ребята, говорил, что и как, поэтому я не знаю, ребята. Ну, это Assassin's Creed, да, то есть, знают, что это офигенная игра, но знают, что она каждый год выходит одна и та же, то есть, после третьей части, ну, не после третьей части, а после третьей части в серии, то есть, третья часть это Brotherhood получается, а не третья часть названием, типа, то после нее, как бы, уже вот такое простое пошло, да, там еще и Revelation более-менее. Третья часть Assassin's Creed... Assassin's Creed, да, вот новое название. Assassin's Creed, ну, ладно, еще более-менее, то есть может сойти, то есть заканчивается главная история, все такое. Ну, Black Flag там уже просто... Ну, Assassin's Creed пират на корабле, который воюет против других пиратов. Ну, это такое, знаете, не знаю, как это объяснить, вот это уже просто такое. Чтобы было, да? Во, ладно. Офигеть, это так глючит. А, все, это грузилось. То есть, ладно, нате вам новый Assassin's Creed, все, держите, да, и пофиг. А вот этот Unity, это тоже, наверное, такое, никакого отношения не имеет к главному сюжету, главной истории, а просто вот, на тебе Assassin's Creed, покупайте, играйте в то же самое, только в другой стране, с другой историей. Это Cruelle. Не нужно. У нас, в принципе, есть уже вроде. Поэтому плывем мы дальше. Почему этот биом так сложно найти? Или он тут так заспавнился? У меня на этой карте. Или фиг его знает. И вот так сложно найти. Ребят, я уже столько оплыл вот этого всего, что это сдуреть можно. Честное слово. Смотрите. Вот это все я оплывал и... Смотрите, мы сюда сейчас дойдем, мы сюда плывем, да? И тут мы уже были, я случайно, может, сюда тпхнулся. Поэтому мы сейчас туда плывем. Давайте, может, куда-то, ну, я не знаю, туда поплывем. То есть, вбок немного от этого острова, чтобы не на него плыть, а куда-то туда. Ну, вбок от него, да. Ребят, я не знаю, честное слово. Вот сейчас мы немного поплаваем. Если найдем какой-то биом, будет вообще офигенно. Если не найдем, я тогда и, ребята, уже даже не знаю. Может, я потом сам поищу. Но я уже, как видите, искал, но я ничего не нашел. Больше я не знаю. Как его найти? Ну, как его найти? Обычно плавать, искать и пытаться его найти. Ну, как видите, он как-то... Не очень хочет, чтобы он где-то был. Это кто у нас? А, шарпед нам уже не нужно. Поэтому, ребята, как сами видите, фиг его возможно вообще найти, потому что или он где-то заспавнился, непонятно где, что его... Не знаю, как нужно искать. Или просто вообще не заспавнился, да, и все. И у нас не будут те покемоны, которые на нем есть, да, то есть Багон, Райдон и остальные. Поэтому, ребята, я даже не знаю. Ну, поищем. Может, не полетаем, а вот поплаваем. То есть на Кьогре. Как раз в океане. Вдруг. Он как раз быстрый. То есть вот. Нормально он так плавает. Плывем туда. Смотрим по сторонам. Смотрим на карту. Но... А вот так можно? Можно, но какой смысл, да? Упс. А сейчас куда? Это оплыть никак нельзя. Где-то М. И что нам сейчас? Ух, не очень, ребята. Прям это фигово, то, что нету этого биома. Сама суть того, что... Его, наверное, самое тяжело найти. Да не то, что его, да. Тот же, можно сказать... Тот же зимний лес мы еще до сих пор не нашли. То есть, ладно, если бы только зимний биом, а все остальные биомы бы у нас уже были. Но сама суть, что мы даже зимний лес не нашли. Мы не нашли вот тот зимний биом, еще один. Ну, и вот этот мы не нашли.
как его, глиняный биом, да? Поэтому я даже не знаю. Он у нас есть. Посмотреть на всякий случай нужно. Если он, конечно, не в земле. Эх, ну ладно, давайте. Да нет, не ты. А вот ты. Да я не знаю, ребята, сейчас. Или сейчас, смотрите, вот так оббежим остров на ту сторону. Вот он, отлично. Там у нас, там пожар. Эх, вот эта трава не дает. Так, ладно, не будем мы его даже убивать. Он у нас есть, ребята, поэтому. Поэтому не нужно. Зачем нам его ловить, если он у нас уже есть? И зачем его убивать? Просто дальше пускай бегает, да? Ух, глиняный биом. Как его заспавнить, ребята? Варианты, как его заспавнить, как его найти? Я уже не знаю. Как его найти, как его заспавнить, где его искать? Ну, искать обычно, да, там плавать, летать и, возможно, его найти. Но, как вы видите, что-то он никак не хочет. Поэтому дальше мы будем продолжать плавать. Это, ребята, я говорю, это такая серия, то есть мы просто плаваем, смотрим, что да как. Если найдем глиняный биом, будет офигенно. Если нет, то нет, да. Не в ту сторону, а вот сюда. Поплыл дальше. Было бы вообще офигенно, если бы ты еще быстрее плавал, то есть, чтобы еще быстрее можно было передвигаться, но ладно, так тоже посмотрим. То есть, если там мы даже вот так краешком где-то увидим, что там какой-то биом, то это сразу будет понятно. Если, например, там будет глиняный биом, да, то это будет сразу понятно, что это он, потому что он сразу выделится своим цветом. Так, видите, вот там уже виднеется там, где мы уже были, поэтому давайте вот сюда, в эту сторону поплывем. Так, успокойся, что-то начало подлагивать. Вот дальше давайте. В эту сторону. Фух. Я просто, ребята, и при вас так ищу, знаете, потому что я не знаю, да даже если бы при вас я бы нашел биом, то никак это нельзя сказать, там, ты туда сразу ты пэкнулся, ты знал где-то, это читерство или что там, но сама суть то, что действительно нужно его как-то найти, но где его найти, не знаю. Уже столько плавал, то есть уже столько всего нашел, да даже тот же грибной биом, ребята, мы нашли, но но вот глиняный никак. Или он просто-напросто тупо забил, да, просто-напросто не заспавнился, да и все, ему все равно, его ищут, его не ищут, ему пофиг, он взял, не заспавнился и все. Поэтому, ребята, я не знаю, не знаю. Сейчас мы еще немного поплывем, то есть вот сюда, куда-то в эту сторону. Тут как раз смотрите, сколько океана. То есть смотрите, сколько мы уже проплыли за сейчас. И ничего. Поэтому я не знаю. Это что там? Ну, фиг его знает. Так. Это камни светятся, да? Вот там. Угу. Ну, да ладно, ребята. Плывем мы дальше. Я не знаю, что тут просто делать, кроме того, как плыть, потому что больше, ребята, ничего нету. Ну, конечно, как без тебя? Нет, это не... Да ну нафиг. Вот сейчас прям взяли и так двое сразу заспавнились в одну и ту же... Не спавнилось, сейчас взяли и заспавнились, да? Ну, понятно. Нет, ребята, нифига мы не нашли, только нашли еще один какой-то другой остров, да, или как это можно назвать. То есть тут даже его, походу, оплыть нельзя будет. Да, нельзя, потому что вот это все тут соединяется. Давайте тогда назад, вот в эту сторону поплывем. Вдруг, ребята, фиг его знает. Ладно, если еще сейчас немного поплаваем, если еще нифига не найдем, то, наверное, мы возвращаемся домой, потому что это тоже так не дело, сколько мы ищем, а глиняный биом не так уж и просто найти, да? Нет, ребята, мы не будем даже идти смотреть, шайни то Кёгри или нет. Какая разница? Ну как, если шайни, это, конечно, лучше, но если мы сейчас ищем, то давай... О, шайни. Кто шайни? Да есть уже у нас он.
А это тут горы, да? Да. Походу, его просто не существует, ребята. Там кто-то соврал. То есть глиняного биома вообще не существует. Может, вы не в курсе, но вот сейчас тайна, ребята. Его просто-напросто не существует. Это вам наврали. То есть это фейковые скрины, которые вам показывали. Его просто-напросто нету, ребята. Можете мне верить, потому что вот вам доказательства. Его нету, нет, тупо нету. Да харе уже спанится. Чё вы такие какие-то... То столько времени не спавнился, сейчас трое штук заспавнились, я не знаю. Фиг его знает, как они спавнятся. Ну, вы уже нам не нужны, я извиняюсь, то есть вы уже у нас есть, поэтому вы нам не нужны, логично. Так, ребят, действительно нету, глиняного биома вообще нету. Это все выдумки, это все сказки, я не знаю, кто вам рассказал, я не знаю, почему вы поверили, но его нету. А я его еще просто... Просто ради прикола, то есть. Ну ладно, давайте поприкалываемся, поищем этот мистер Маймушка. Вот кто нам... Ну да, нужен, можно и так сказать. Я боюсь его даже ударить. Фиг его знает. Давайте попытаемся словить. Вот еще один покемон. Я боюсь его ударить даже, ребята. А даскболом его уже, в принципе, нет смысла ловить, так как... Уже день настал. Ух. Я боюсь его ударить, ребята. Он 27 уровень, но... Я думаю, если я его бабахну... Давайте попробуем. Ух, рискованный. Рискованно. Магнетон, ты прям брат того рискованного глума, который у нас был. Ну или не брат. Ну, а просто знакомый. Вот офигенно, рискованный магнетон у нас попался, ребята. Это был рискованный глум, сейчас рискованный магнетон. Вот еще один покемон, ребята. Там гасли я вижу, да? Это мне... Сейчас... Это мне кажется, или это просто так заспавнилось? И нет, это... Или нет? Или все-таки? Или нет? Или нет? Я просто сейчас не знаю, что сказать. Нет, это... Да твою ж мать! Я думал, это глиняный биом. Он так... Смотрите, как он выглядит. Это выглядит прям как глиняный биом. Или это есть глиняный биом? Нет, это не глиняный биом. Чё это за хрень вообще? Это бычин... Это еще какой-то биом? Это не глиняный биом. То есть глиняный биом — это та же пустыня, да? Только там не песок, а глина, да? То есть пустыня, а то... А как... Ну да, смотрите, если пустыня... Хотя нет. Песок, пустыня. Ну, я не знаю, как это назвать, но это не глиняный биом. Это какой-то просто другой цвет земли. А я уже так обрадовался, что это глиняный биом. То есть, нифига себе, вот. Я когда вот так посмотрел на карту, это что такое вообще? Это что-то непонятное, но... Я подумал, ни хрена себе, ребята, глиняный биом, а это какой-то еще биом, то есть тайга, да? О, то есть то обычная тайга, да, которую мы находили, это мега тайга. Ух, нифига себе, а будет еще супер тайга или там еще какая-то тайга? Нет, только обычная тайга и только мега тайга. Лучше бы вы нам глиняный биом дали, а не какую-то мега тайгу, в которой такие же покемоны, как и везде, но... Другой цвет земли. Вот. Это вся мега тайга. Другой цвет земли. Я уже такой, нифига себе, глиняный биом. Потому что действительно цвет-то другой, да, кажется, например, вот тут, да, обычный цвет земли. А тут вот уже какой. То есть как раз цвет, ну, того. А это оказалось какая-то... А что ты за мной бегаешь? Это оказалось, ребята, другая земля. Мега тайга. Вот ты нам очень нужна, честное слово. Я понимаю, если бы тут еще... Хотя вот где мистер Майм заспавнился. То есть он тут заспавнился. Где он заспавнился?
Вот он тут где-то заспамился. Вот, он где-то вот тут. То есть он спамится в мега-тайге, значит... Значит, он тут заспамился, а не в обычной тайге. То есть вот тут спамится мистер Майм, да? Ну да, видно, что мега-тайг... Хотя как видно? Ну да, большие вот эти деревья. Но все же... Ух, нихрена себе, вот тут. Но все же, я говорю, ну мистер Майм, ладно, мистер Майм, но мне кажется, лучше бы все-таки было, если бы мы нашли... Ой, если бы мы нашли глиняный биом, а не мега-тайгу. Говорю, ладно, мистер Майм, это понятно, что как бы тоже нужен для, чтобы... Да, чтобы он был. Но все же... В глиняном биоме больше покемонов, чем тут. Ну и говорю, что мы тут нашли? А, да что ты глючишь? Ну, в принципе, вот это, спамится вот это все. Ну, ладно, мистера Майма нашли, больше тут никого нет. Он же, в принципе, ночью, да, заспамился как раз на... Ну, как ночью, прям рассвет уже был, и он заспамился. Давайте посмотрим по карте, кто тут есть. Да нет, обычные покемоны, то есть... Никого такого нету, кого бы мы еще не видели. Пичу, да, там, Пикачу, но, видите, обычные, то есть... Если в глиняном биоме даже те не спавнятся, которые спавнятся в других, там, в лесу или еще где-то, то тут все спавнятся. Ну, я говорю, ребята, обычная тайга, то и только другой цвет земли, все. Поэтому я даже не знаю, что, ребята. Ну, ладно, нашли новую биому, я даже не... Новый биом, да, я даже не знал, что... Хотя я не помню, знал я так и знал ли я, что такой биом есть или нет. Но, раз видите, мы его нашли, поэтому уже знаю, что вот еще один есть. Хотя он, в принципе, нам не пригодится, но... Мистера Майма мы нашли уже хотя бы. Уже хотя бы хоть что-то. Ух, не напугал, зараза. Поэтому, ребята, я даже не знаю. Дальше мы плыть не будем, это долго, если мы опять продолжим это все искать. А в следующей серии, наверное, ребята, смотрите, если я говорил, что Пичу у нас уже есть, у нас уже Прайчу есть, поэтому нету смысла даже ловить. А вот тебя можно. Так. Оу. Это что такое? Охренеть. Так, ладно, ну я не знаю, давай гров... Ух, ну вот этого ты никак не убьешь, да. Три, нет, ну как три, там еще парочку. А, вот чего. Он мертвый, но показывает, что он живой. Ладно. Ну, ладно, ребята, нашли новый биом, пускай будет, то есть... Допустим, нашли, да нашли. Давайте, ребята, на этом уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем, чем больше лайков не берем, тем быстрее выйдет новая серия. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.